Так, мы сейчас пойдем перечищать бампер с Mitsubishi Lancer 10. Что нам для этого нужно? Нам нужна 320-я шкурочка, чтобы перечистить грунтик. Брусочек, на который, чтобы можно было сделать форму, прилепливаем наждачок. Или не прилепливаем, берем у кого какой это брусочек, наждак. У меня наждачки с липучкой. Сейчас я вам покажу. Вот такие наждачки. 320-я шкурочка. Под твердую колодочку. Мы сначала вытачиваем форму, а потом будем перебивать риску 400. И супер файн. Все как всегда делаем. Ну, сейчас я вам это все покажу поэтапно. Как перечищать не буду показывать, потому что там сейчас в цеху шумно и будет мешать очень съемке. Я вам покажу, как будет после 320 шкурочки, потом покажу, как будет после 400 и покажу, как будет после супер файна. Прошлись 320, сейчас будем кружочком 400. Для мягкого перехода проходимся 3000-м трезачком. Так, все, бампер у нас готовый. Мы прошли с трезачком до вот этих пор. Если ему сейчас камера передаст. Вот, до вот этих пор. Прошли с трезачком. Вот по ребру вот это. Здесь будем обрывать лак. Клиент заказал покрасить кусочком. Как мы помним, здесь мы делали ремонт. Все у нас отлично тут. Все вывели. Аккуратненько. Сейчас это все обезжирится. Обклеим бампер. И начнем красить. Сейчас все покажу. Вот так намочили салфеточку. Обезжириватель Лизонал. И начинаем вытирать. Обезжириваем в каждом закоулочке, чтобы можно было хорошо приклеить скотч, чтобы он не отлипался, а приклеился и держался. Потому что если вы плохо обезжирите, у вас будет грязная покраска, это во-первых. И во-вторых, скотч у вас будет отлипаться. Когда вы обезжирили, обязательно протирайте сухой салфеткой после того, как обезжирили. Обязательно работайте в перчатках. Ну а теперь обязательно наклеиваем скотч и накрываем бумагой. Скотч использую такой фирмы. Хорошего качества, плотный скотч, клеится отлично. Следов не оставляет клея, так что рекомендую. Так вот я проклеил скотчик. Так. Здесь, чтобы туманку не засрать, все проклеивается с отворотиком. И сейчас накидываем бумагу.
все, вот так вот мы заклеили бамперочек. Сейчас осталось сделать карманчики и начинаем красить. Смотрим карманы. Итак, вот такие карманчики я сделал для качественного перехода по лаку. Все, начинаем красить. Так, где у нас протирчики небольшие? Вот у нас до пластика есть протирчик. Вот маленький протирчик. Вот протирчик. И вот здесь протир есть. Мы перекрываем грунтом баллончики высокого качества Seekens. Очень хороший грунт. Наносим один слой. Все, этого будет достаточно. Вот сейчас еще вот здесь чуть-чуть. Даем минуты 3-4, вытираем липкой салфеточкой и наносим базу, первый слой. Наносим первый слой базы. Наносим второй слой базы. Даем выдержку 10 минут. Наносим третий слой базы, последний. Так, на серебре в обязательном порядке даем 20 минут выдержку перед лаком. Используем вот такой лак на бампер. Наносим первый слой лака.
наносим второй слой лака. Убрали карманы и теперь размываем, где прервался лак, размываем, чтобы одно целое было. Так, ну и смотрим, на этом все, я открасил бамперочек с Лансера 10-го, все, он готов, вы все видели, сейчас я вам еще раз покажу его окончательный результат и оценивайте. Вот так мы размыли переходик. Все, это максимум трезачком и пастой полируется, все идеально. Смотрим, вот здесь был ремонт, по мне просто шикарно. Ну все, подписываемся на канал, просматриваем видео. До новых встреч. Все, пока.